20-я школа закрылась на карантин. В соцсетях пишут, большое количество заболевших гриппом и ОРВИ вынудило руководство пойти на крайние меры. С сегодняшнего дня всех учащихся перевели на дистанционное обучение. Получать знания удаленно ребята будут по 29 января. Очный процесс обучения продолжится с 30 числа. По данным областного Роспотребнадзора, в начале января на детей до 15 лет пришлось 65% от всех зарегистрированных случаев ОРВИ. При этом ведомство должно еженедельно публиковать статистику по заболевшим, однако в последний раз данные выкладывали 11 января. С тех пор о распространении инфекции в регионе ничего не известно.